Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MyLaOpt. Сегодня мы рассмотрим силиконовую форму слиток. Поставщик Китай. В этой форме можно делать длинные кексы. Она сама очень прочная, термоустойкая. Толстое дно, поэтому ваш кексик не пригорит. Его очень легко доставать. Также его можно, эту форму, использовать для изготовления мыла с нуля. Тоже очень удобно. Можно, и если вы любите делать порционное мыло, то есть заливаете основу уже с готовыми другими ингредиентами, она застывает, и вы нарезаете порциями, какие вам нравятся. То ли квадратики, то ли треугольники. В общем, это как бы на ваш выбор. Формочка длинная, не очень узкая. Вот так она выглядит с внутренней стороны, такая. Очень эластичная, поэтому любое изделие будет удобно доставать, вне зависимости от того, что именно вы сделали. Вот такая она упругая. Вот такое дно. Вот такая. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!